Так, пацаны, заливаю жидким акрилом. Ванночку, вот эти уголки уже все пролил. Вот они, капает, родимый. Ну, такой густоватый, хороший. Вот таким шпательком равняю. Вот это отвердитель. А этот финакрил называется. Сейчас выровнять надо всю ванну. О, красота. Красота. Вот. Отлично. Ай. Главное, чтобы самому не звозюкаться. Но это неизбежно, короче. Неизбежно. Отлично, беленькая, красивая становится. О, какая красота. О, пацаны, смотрите, залил ванну акрилом. Растекся хорошо. Все уголочки пролил. Вот здесь все пролил. Торцы все пролил. Ну, нормально растекся. Блестит хорошо. Блин, главное, чтобы телефон не уронить, короче. Вот здесь отверстие сливное. Это тоже пролил, залил. Растекается хорошо. Довольно густой. Не жидкий. Чуть-чуть он осталось, смотрите. Вот сколько грамм цц осталось акрильчика. 3 килограмма залил. Великолепно. Ну, цвет симпатичный, красивый. Вот натуральный цвет. А этот, ну, этот такой глубокий, такой чуть-чуть серо-голубоватый фаянс. А это белый-белый. Но растекается хорошо. Заполнил все поры, дырки. Ну, хотя я и подготовил нормально. Шпаклевал, шкурил. Отлично. Великолепно. Финакрил называется. Вот он, финакрил. Наливной акрил для установления ванн. Хорошая вещь. Отлично, мне понравилось. Первый раз мутил. Ну, довольно неплохо получилось. Здорово. Можно сказать, великолепно. Отлично. Час постоит примерно, потом скотч сниму. Отлично. Сколько он засыхает? 24 часа написано. Он засыхает, твердеет. Но, короче, где-то дней 5 пользоваться нельзя. Пусть стоит, отвердевает, силу набирает свою крепость. Великолепно.